Проходите. Ник Джисон! Не стреляйте! Ник Джисон! Стреляйте! Жизнь! Прекратите огонь! Не стреляйте! В немецкую траншею с бруствера свалился неожиданный гость. Унтер-офицер, обстрелянный ветеран Восточного фронта, сразу обратил внимание на шапку перебежчика. Это солдат-штрафник. На ней не было обычной красной звезды. Перед немцами сидел штрафник. Иди давай. На допросе перебежчик рассказал о скором начале советского наступления. Я видел много танков и пушек. Ich habe viele Panzergeschütze gesehen. Они выдвигаются на позиции по ночам. Он видел множество танков и орудий, выходивших на позиции по ночам. В штрафнике он попал за серьезный проступок и боялся, что погибнет в первой же атаке. К донесению перебежчика немецкое командование отнеслось со всей серьезностью. Фронт на плацдармах на Висле стабилизировался еще осенью 1944 года. Неделя за неделей тянулось время томительного ожидания советского удара. Немецкие резервы из Польши растаскивались для проведения контрнаступления в Арденнах. Из-под Варшавы был снят танковый корпус СС и отправлен в Венгрию. Оборона самого важного, берлинского направления, оказалась ослаблена. Но советская операция откладывалась ввиду плохой погоды. Тот факт, что противник не переходит в наступление, объясняется плохой погодой. Ему нужны мороз и хорошая видимость, чтобы иметь возможность использовать свою авиацию. Нехватку сил немецкое командование в Польше предполагало компенсировать новой тактикой ухода из-под первого удара советской артиллерии. Обычно огонь советской артподготовки перед наступлением не оставлял почти ничего живого в первой траншее немецкой обороны. Немцы решили в последний момент перед артподготовкой отводить пехоту во вторую траншею на расстояние 2-3 километров. Для этого через каждые 300-500 метров первая и вторая траншея соединялись ходами сообщения. Мощная артподготовка пришлась бы по пустым позициям, а отступившие во вторую траншею части встретили бы советских пехотинцев шквалом огня. Между первой и второй траншеей располагалась и основная масса заграждений, мин и колючей проволоки. Немцам нужно было держать не сплошной фронт от Варшавы до Карпат, а всего несколько плацдармов – Магнушевский, Пулавский и Сандомирский. Каждый из них немцы плотно окружили войсками и заграждениями. Получив данные о скором наступлении, немцы готовились в любой момент по приказу бросить все и отходить назад. В тылу готовили к бою танки, в том числе новейшие королевские «Тигры». Если численность войск на передовой советские разведчики вычислили довольно точно, то состояние немецких резервов они серьезно недооценивали. Вермахт готовился дать бой за Германию, обескровить противников и заставить их сесть за стол переговоров о мире на выгодных условиях. Новым приемом с советской стороны стала трансляция с советских позиций музыки из громкоговорителей. Она маскировала шум двигателей орудийных тягачей и танков. Наконец, 12 января поставили новую пластинку. –
Из предрассветного тумана над заснеженной равниной понеслись слова «Союз нерушимый, республик свободных». После того, как прозвучали последние слова гимна, наступила секундная пауза, вслед за которой загрохотали сотни орудий, сливаясь в один оглушительный рев. Назад! Все уходим! Немецкие пехотинцы по ходам сообщения бросились в тыл во вторую траншею. Немцы ожидали длительной артподготовки, и удар застал их в процессе перехода из первой траншеи во вторую. Но вместо долгого обстрела первой траншеи на нее обрушился короткий огневой налет. После того, как немецкие батальоны отошли ко второй линии обороны, остальные боеприпасы обрушились на нее. Артподготовка взламывала занятые врагом позиции. Надежды гитлеровского командования новой тактикой удержать плацдармы на Висле рухнули. Но в руках немецкого командования оставались танковые резервы. Под городом Кельце против советских танков в бой пошел батальон тяжелых танков, сразу более 70 «Тигров» и «Королевских тигров». К началу 1945 года советские танковые войска почти полностью были перевооружены на новые танки Т-34-85 с длинноствольной 85-миллиметровой пушкой. Это позволяло советским танкистам уверенно вступать в бой с «Тиграми» и «Пантерами». Столкновение «Тигров» и 61-й гвардейской танковой бригады произошло у деревни Лисов. В ходе жестокого боя батальон «Тигров» был разгромлен. Всего под Кельце немцы бросили в бой почти 450 танков и самоходок. Однако остановить наступление двух советских танковых армий они не смогли. Немецкие танковые части оказались окружены и уничтожены. Столь же неудачным оказались действия немецких танковых резервов перед Пулавским и Магнушевским плацдармами. 17 января 1945 года Варшава была наконец освобождена. Вместо сплошного фронта на берлинском направлении зияла огромная брешь. Советские танковые армии продвигались так быстро, что врывались на аэродромы, где немцы готовили машины к вылету. В районе Любень танкисты захватили сразу 60 немецких самолетов. Наступление 3-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии оказалось куда менее успешным. Работа разведки здесь сильно усложнялась. Немецкое население было настроено крайне недружелюбно. Многие разведгруппы порой уходили в ночь и исчезали навсегда. Справа по одному на выход! Марш! Разведке так и не удалось вскрыть отвод основных сил немцев, и главный удар артиллерии пришелся по пустым первым траншеям. Немцы отходили в район Кёнигсберга. А компенсировать неудачи на земле ударами с воздуха по отходящим колоннам не позволила плохая погода. 27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта вышли к окруженным рядами колючей проволоки грязно-серым баракам концентрационного лагеря Освенцим. Прекратилась работа целого комплекса из 28 лагерей, самым известным из которых является Аушвиц-Биркенау или Аушвиц-2. Приближение фронта к лагерю летом 1944 года заставило немцев спешно сворачивать работу фабрики смерти.
Гиммлер отдал приказ о ликвидации лагеря, уничтожении оставшихся узников и разрушении крематориев и других сооружений. С приближением фронта к Освенциму около 60 тысяч узников пешком отправились в другие лагеря. Узница лагеря Ирина Харина. Мы шли колонна за колонной под охраной эсэсовцев в окружении собак. Шли по глубокому снегу, пропитанному кровью. Снег был розовый, поскольку каждого отставшего, каждого покачнувшегося или остановившегося расстреливали на месте. В лагере гремели взрывы и выстрелы. Последние крематории взорвали за сутки до прихода советских войск. Зондеркоманда СС расстреляла около 700 заключенных, задействованных в ликвидации следов преступлений. Но под угрозой приближающихся советских танков эсэсовцы бежали из Освенцима так поспешно, что многие приказы остались невыполненными. Красноармейцы встретили 7500 изможденных узников, и советские солдаты обнаружили страшные свидетельства происходившего в концлагере. Груды личных вещей, обуви и одежды уничтоженных заключенных. Жертвами эсэсовцев в Аушвиц-Биркенау стали более миллиона человек. Это был самый крупный концлагерь Третьего рейха. Успешное наступление Первого украинского фронта в конце января 1945 года привело к охвату и угрозе окружения группировки немцев в Селезском промышленном районе. Однако захлопывать мышеловку советское командование не спешило. Командующий фронтом маршал Конев докладывал. Бои с противником, засевшим в каменных постройках и бетоне, как правило, носят длительный и упорный характер. Селезский промышленный район представлял собой сплошной огромный город заводов и промышленных предприятий, занимающий площадь 40 на 60 километров. Цеха из бетона и кирпича. Охрана 5. Складские помещения и кирпич. Борьба с врагом, засевшим в заводских цехах, затянулась бы на длительное время и привела бы к большим потерям. Кроме того, разрушать важный в экономическом отношении район было неразумно. Конев по согласованию со Ставкой принял решение не препятствовать выходу врага из Силезии. Немцам намеренно оставили на юге коридор шириной 4-6 километров, через который немецкие части покинули район. К 29 января 1945 года он полностью перешел под контроль советских войск. Война проиграна. Такими словами начал министр производства вооружений Шпеер свой меморандум, представленный Гитлеру, о значении потери Силезии. После массированных бомбежек Рура силезские шахты поставляли 60% немецкого угля. Потеря же и Силезии привела к тому, что Германия могла рассчитывать лишь на 1/4 часть угля и 1/6 часть стали от того объема, который она производила в 1944 году. Шпеер делал вывод. После потери Верхней Силезии немецкая оборонная промышленность более не будет в состоянии хотя бы в какой-то степени покрыть потребности фронта в боеприпасах, оружии и танках. Это означало поражение уже в 45-м. Эта информация осталась достоянием узкого круга лиц в высшем руководстве Третьего Рейха. Войска продолжали получать приказы, от них требовали упорной обороны и самопожертвования. Для восстановления рухнувшего Восточного фронта Гитлер обратился к своему давнему соратнику, рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Генрих Гиммлер. Рейхсфюрер, руководитель войск СС. Рейхсминистр внутренних дел Германии. Рейхсляйтер, начальник главного управления имперской безопасности, которому подчинялись служба разведки СД и тайная полиция Гестапо. Инициатор и вдохновитель составления плана ОСТ по германизации территории Республик Советского Союза и проведению геноцида в отношении славянских и других народов. Один из главных виновников массового уничтожения евреев и
представителей других национальностей на оккупированных землях. В конце войны пытался вести переговоры с западными странами о сепаратном мире с Германией. 20 мая 1945 года, надев повязку на глаз и мундир унтер-офицера, пытался бежать в Данию с паспортом расстрелянного ранее жандарма. Был схвачен двумя бывшими советскими военнопленными, состоявшими на службе в английской военной полиции. Во время допроса принял яд. Тело кремировано, а пепел развеян в лесу близ Люнебурга. Гиммлера назначили командующим вновь созданной группы армий «Висла». Такой выбор командующего вызвал резкие разногласия в высшем руководстве вооруженных сил Германии. Начальник штаба германской армии Гейнц Гудериан. «Эта явная ошибка фюрера привела меня в ужас». Гудериан командировал на помощь Гиммлеру генерала Вальтера Венка, опытного штабиста Восточного фронта. Гиммлер не имел военного образования, но умел разбираться в людях. Одним из первых его решений было назначение нового коменданта Познани. Вместо престарелого генерала Матерна новым командующим крепости стал фанатичный полковник Гонел, произведенный в генерал-майоры. Советские танкисты проходили между рядами запорошенных снегом самолетов. Десятки «Хенкелей» 111 выстроились на аэродроме города Позны. Всех их приковало к земле отсутствие горючего. Дни тысячелетнего рейха были сочтены. Но гарнизон Познани не торопился капитулировать. Командующий 1-й танковой армии генерал Катуков. Познань была типичной танковой душегубкой. На ее узких, хорошо подготовленных к обороне улицах немцы выбили бы у нас все машины. Приказано обойти Познань с севера и юга и замкнуть кольцо, чтобы не дать уйти гарнизону на запад. Ясно? Так точно. По машинам. Есть. Катуков получил разрешение двигаться дальше к Берлину. Штурмовала Познань пехота 8-й гвардейской армии Чуйкова, ветерана Сталинграда. Сама целесообразность штурма города под сомнение не ставилась. Познань являлся важнейшим узлом железнодорожных и грунтовых шоссейных дорог. Гвардейцы Чуйкова начали атаки 26 января. Штурмовать каждый дом не входило в их планы. Из воспоминаний Чуйкова. С запада мы атак не вели. Мы сознательно оставили здесь выход, надеясь, что противник воспользуется им и двинется из крепости. Однако, вопреки ожиданиям, прорываться окруженный гарнизон даже не пытался. Первые попытки овладеть Познанью показали, что это крепкий орешек. Познань – немецкое название «Позен». Достался Пруссии после третьего раздела Польши в конце 18 века. Его крепость состояла из цитадели, окруженной вынесенными вперед фортами. Эти укрепления в 1945 году еще сохраняли свое значение как фортификационные сооружения. Их перекрытия достигали в толщину 3 метров и легко выдерживали огонь советской полевой артиллерии. В Познани находились около 60 тысяч немецких солдат и офицеров. Из воспоминаний Чуйкова. В Познани наша армия впервые встретилась с крепостными фортами. Для их штурма 152-миллиметровых орудий было явно недостаточно. Еще в 1943 году Гитлер предложил стратегию крепостей – фестунгов. Удержание крупных узлов дорог сильными гарнизонами даже в полной изоляции. Если в Белоруссии и Украине эта стратегия не получила поддержки военных, то с началом сражения за Германию ситуация изменилась. Все чаще вместо попыток прорыва гарнизоны окруженных городов придерживались именно стратегии крепостей. Даже после обхода и окружения такой крепости шоссе и железные дороги оставались блокированными врагом. Ни поезда с боеприпасами и горючим, ни колонны грузовиков не могли проехать через город. Приходилось искать пути объезда. Это ухудшало снабжение вырвавшихся вперед частей. С другой стороны, осада таких крепостей задерживала части и соединения.
наступающие группировки теряли свою ударную мощь, и наступление замедлялось. Второй штурм Познани состоялся 28 января. Командующий 8-й гвардейской армии обратился к гарнизону с ультиматумом. «Я, генерал Чуйков, предлагаю вам немедленно сложить оружие и сдаться в плен. Я гарантирую вам жизнь и возвращение на родину после войны. В противном случае вы будете уничтожены». Но белых флагов советские войска не увидели. Не случайно Чуйков называл коменданта крепости генерала Ганелла матерым нацистом. Под его командой немцы продолжали сопротивляться с отчаянием обреченных. Тем временем танкисты Катукова, обойдя Познань, шли на запад, с каждым часом приближаясь к Берлину. На старой границе Германии и Польши их встретили укрепления так называемого «Восточного вала». «Восточный вал» строился в 30-х годах против Польши. После сентября 1939 года его строительство прекратили. Только осенью 1944 года сооружения начали приводиться в порядок. В советских документах эти укрепления называли «Мизерицкий укрепрайон», в немецких – «Пояс Варты Одера». Основной единицей укрепрайона являлось «Панцерверке» – бетонное сооружение с колпаками из толстой броневой стали. Подступы к ним прикрывали противотанковые препятствия – «Зубы дракона», состоявшие из нескольких рядов бетонных надолбов. «Панцерверке» обладали запасом боеприпасов и продовольствия, источниками воды и могли держаться в осаде неделями. Германское командование располагало достаточно мощной линией укреплений, но оборонять ее оказалось некем. Резервы запаздывали, и на укрепления выдвигали разрозненные части. Танкисты одной из бригад армии Катукова проскочили незанятые укрепления в маршевых колоннах. Однако буквально через несколько часов в дотах появились люди в немецкой форме. На дороге немцами были заранее проделаны специальные отверстия, куда вставили лежавшие рядом куски рельсов. Дорога стала для танков непреодолимой. Наступавшая следом бригада уже встретила ожесточенное сопротивление. А танковая бригада, вырвавшаяся вперед, оказалась отрезана от своих в глубине немецкой обороны. Все попытки пробиться к ней потерпели неудачу. Бронированные колпаки выдерживали обстрел орудий советских танков и самоходных орудий. Тяжелая артиллерия осталась вместе с пехотой далеко позади. Танкисты с тревогой смотрели на взлетающие вверх ракеты и шум боя вдалеке, в расположении окруженной бригады. В случае подхода немецких резервов ей грозило полное уничтожение. Однако не везде укрепления пояса Варты Одера оказывались заняты хорошо подготовленными немецкими частями. Участок под городом Швибус доверили людям в гражданской одежде – фольксштурму. Покушение на Гитлера подорвало веру фюрера в армию, и за формирование ополчения отвечала нацистская партия. 25 сентября 1944 года появилась директива Гитлера о формировании фольксштурма. Предполагалось начать народную войну и поднять под ружье около 6 миллионов человек. Но эти планы остались на бумаге. Так, из запланированных к формированию в Познани 24 батальонов фольксштурма создали всего один. Фольксштурм принципиально отличался от советского народного ополчения. Его формировали не на добровольной основе, а принудительно. За уклонение от призыва вешали и расстреливали. Если советские ополченцы постепенно вливались в обычные дивизии Красной армии, то батальоны фольксштурма оставались обособленными структурами. Эти отряды обороняли те города, в которых жили и подчинялись партийному руководству, а не армии. Бойцам выдавались иностранные и устаревшие винтовки с минимальным запасом патронов. Но даже их получали не все фольксштурмисты. Униформа отсутствовала, и большинство батальонов пошли в бой в гражданской одежде, в плащах и пальто с нарукавными повязками. Боеспособность фольксштурма оказалась крайне низкой.
Под Швибусом 1-я гвардейская танковая бригада быстро пробилась через панцерверки, занятые фолькштурмистами. Окруженная танковая бригада была деблокирована и продолжила наступление к Одеру. По схожему сценарию развивались события севернее Мизерица. 60-летний обер-лейтенант Герман Штепп, командир роты в 128-м батальоне фолькштурма, в советском плену описал оборону доверенных ему укреплений. Увидев бинокль танки, я сказал, что если мы не станем стрелять, то и русские также поступят. Так оно и получилось. Мы выставили белый флаг, а затем вышли наружу. Выходим. Оружие оставить. Всем прекратить огонь. Фрицы, по-моему, сдаются. Без выстрела фолькштурм сдал участок обороны Мизерицкого укрепрайона. Советские войска прорвались к Одеру, захватив плацдармы в 70 километрах от Берлина. Только к боям за Одер подоспели немецкие резервы, и фронт на какое-то время стабилизировался. Но обстановка на берлинском направлении осложнялась немецкими крепостями, оставшимися в тылу двух советских фронтов. Помимо Познани, ими стали города Шнейдемюль, Арнсвальде, Бреслау, Глогау, Торн и ряд других. Необходимость осады крепостей стала одной из причин, по которой советское командование отказалось от наступления на Берлин уже в феврале 1945 года. Однако и без того результаты Висло-Одерской операции впечатляли. За 3 недели советские войска фронтом шириной в 500 километров продвинулись вперед на 500 километров. Красная армия вступала на территорию Германии. Закономерно опасаясь волны мести, немецкое население бежало из Восточной Пруссии. Разительный контраст в уровне жизни СССР и Германии вызывал у советских солдат вопрос. Зачем они, живя в такой роскоши, полезли к нам? Не находя ответа, солдаты порой скатывались к вандализму. Евгений Бессонов. Входишь в какой-то городок, а там все дома двухэтажные, с крышами под нарядной черепицей. Сначала мы эти дома жгли. Перед глазами стояли наши деревеньки, сожженные немцами дотла. Только печные трубы торчали на пепелищах. Агрессия первых дней на территории противника прошла достаточно быстро. Разумеется, были случаи, когда у кого-то из бойцов за время войны погибала вся семья, и он сводил личные счеты с немцами. Но зачастую, ко времени вступления на территорию Германии, эта боль уже успевала притупиться. Вспоминает Лазарь Ценц. В 1945-м
Пленных уже не трогали, но в 1944 году случаи самосуда были нередкими. Один раз незнакомый старшина вывел 5 пленных немцев и стал расстреливать их по одному из нагана. Я успел вмешаться, подошел, забрал у него оружие и сказал: «Ты бы их в бою убивал». Много было на территории Германии и трофеев. Прежде всего, солдаты брали съестные припасы, невиданные тогда домашние консервы, закатанные банки с компотами, вареньем, тушеным мясом. Помимо продуктов, в немецких домах были и вещи, которых так не хватало в разоренном войной Советском Союзе. Одежда, отрезы ткани, обувь или кожа для ее пошива. Смотри, что надыбал! Штиблеты хоть сейчас на свадьбу! А покажи свои! А у меня новые вообще! Думаешь, у меня старые? Нет! Да ладно! Ой, какие! Хорош, хорош! Эй, земляк! Давай с нами! Давай меняться! У тебя не твой размер, я же вижу! Эй, постой! Куда? Красноармейцы получили возможность отправлять все это домой в посылках. Солдатам разрешили посылать 5 килограммов в месяц, а офицерам 10. Однако на пути к Кёнигсбергу у красноармейцев практически не было времени и возможности для сбора трофеев. Лишь немногим удавалось отправить домой 1-2 посылки. Отношения с местным населением складывались по-разному. Ты меня понял? Вот молодец. Товарищи, мы вступаем на территорию гитлеровской Германии. И мы знаем, что немцы принесли неисчислимые беды на нашу землю. Поэтому мы вступаем на их территорию, чтобы наказать немцев. Но всякое беспричинное нанесение ущерба немцам и немкам недопустимо. И будет строжайшим образом наказываться. Еще в январе 1945 года, со вступлением советских войск на территорию Восточной Пруссии, верховным главнокомандующим был подписан приказ о недопущении грубого отношения к местному населению, который был доведен до всех военнослужащих. Соответствующие приказы по подчиненным частям и соединениям были отданы военными советами фронтов, командующими армиями, командирами дивизий и так далее. Приказ военного совета 2-го Белорусского фронта, подписанный маршалом Рокоссовским, предписывал мародеров и насильников расстреливать на месте преступления. За действия, несовместимые со званием бойца Красной армии, виновные приговорены к расстрелу. Справка. Всего в первые месяцы 1945 года за совершенные преступления по отношению к местному населению военными трибуналами было осуждено более 4000 офицеров и большое число рядовых. Несколько показательных судебных процессов завершились вынесением смертных приговоров. Успехи январских наступлений дали Советскому Союзу хорошие позиции на Ялтинской конференции, проходившей в Крыму с 4 по 11 февраля 1945 года. Сталин, Черчилль и Рузвельт решали судьбы послевоенного мира и согласовывали границы между государствами. Граница между СССР и Польшей устанавливалась примерно по так называемой линии Керзена 1920 года. СССР сохранял полученный в 1939 году Львов, но отдавал Белосток. В качестве компенсации польское государство получало германские земли к востоку от Одера и часть Восточной Пруссии. На Ялтинской конференции принято окончательное решение о демилитаризации и денацификации Германии. Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантий в том, что Германия больше никогда не будет в состоянии нарушить мир всего мира. Территория Германии разделялась на 4 оккупационные зоны. Помимо СССР, США и Англии, свою оккупационную зону получала Франция. Столица Германии попадала в Восточную советскую зону. Но Берлин разделялся на 4 оккупационные зоны. Помимо решения судьбы стран и границ, определялась форма получения репараций со стороны Германии всеми странами антигитлеровской коалиции.
изъятия богатств и оборудования Германии нацеливались на ликвидацию военного потенциала немецкого государства. СССР, согласно решениям конференции, получал репарации в основном в натуральной форме, такой как принудительный труд германских военнопленных по восстановлению разрушенной страны. Граждане СССР и Югославии подлежали безусловному возвращению на родину. Это касалось не только военнопленных и угнанных на работу в Германию, но и тех, кто сотрудничал с фашистами в той или иной форме. В первой половине февраля армия Чуйкова очищала от немцев жилые кварталы Познани. После этого наступило время решительного штурма крепости. Ударной силой советских частей в Познани являлась 2-я штурмовая инженерно-саперная бригада. Ее бойцы использовали специальные бронированные нагрудники, все бойцы вооружались автоматическим оружием. В бою широко использовались огнеметы. Каждый форт окружал непреодолимый для танков 12-метровый ров, который полностью простреливался из бойниц, выдвинутых в ров сооружений, капониров. Артиллерийская подготовка могла подавить огонь орудий и пулеметов в верхних сооружениях форта. Однако амбразуры, простреливавшие ров, находились ниже и оказывались практически неуязвимыми. Ров мог стать могилой для сотен и тысяч человек. Советские саперы разработали и реализовали простой, но эффективный способ преодоления рва. 250-литровые бочки для горючего заполняли взрывчаткой и под прикрытием дымовой завесы и огня подкатывали ко рву. После дымовой завесы Яшин и Федоров броском вперед и прикрывайте нас огнем. У бочки только двое. Столкнули и бегом назад. В назначенный момент поджигалась запальная трубка, и бочка сталкивалась в ров. Мощный взрыв уничтожал немецких солдат у амбразур. Это позволяло штурмовой группе спуститься в ров и захватить его укрепление. Однако в Познани еще оставалась так называемая цитадель – центральное укрепление крепости. Здесь находился гарнизон численностью около 6 тысяч человек во главе с Ганелом. Решительный штурм последовал 18 февраля. Вплотную к цитадели подтянули тяжелые орудия. Выстрел за выстрелом они пробили проломы в стенах форта. В прочной кладке зияли бреши, в которые мог пройти человек. После этого в ров сбросили бочки со взрывчаткой. Чудовищные силы взрыва оглушили даже стрелков гарнизона. В стене перебрались штурмовые отряды и завязали бой внутри цитадели. Петров, где твои люди? Все здесь, лейтенант! Давай, давай сюда, дорогой! Вот через ров, быстро! Вот, за мной! Саперы построили через ров мост для танков и самоходок. Пролом в стене форта расширили взрывчаткой. Вступление бронетехники поставило точку в сопротивлении гарнизона. Штурм Познани завершился почти через месяц после выхода к нему советских войск. Генерал Матерн сдался в плен. Назначенец Гиммлера генерал Гонел покончил с собой. Именно такие фанатики стали последней опорой нацистов. Бессмысленное сопротивление германской армии продолжалось.
Гиммлер судорожно пытался переломить в свою пользу ситуацию на подступах к Берлину. Его штаб спланировал операцию в Померании под кодовым наименованием «Солнцестояние» с привлечением большого количества войск СС. Предполагалось фланговым ударом разгромить советские войска к северу от реки Варта и нанести поражение Первому белорусскому фронту Жукова. Войска СС фактически создавались как параллельная армии структура. Поначалу участие эсэсовцев в боях было почти что символическим. Их выучка оставляла желать много лучшего. Однако к концу войны войска СС становились все многочисленнее и профессиональнее. Они получали новейшие образцы вооружений и боевой техники. В феврале 1945 года в Померании под знаменами СС сосредоточились добровольческие соединения, личный состав которых набрали с разных уголков Европы. Это дивизии СС, Нордланд, Недерланд, Валония, Лангемарк, Фрунсберг, Полицай. Немецкое наступление началось 16 февраля 1945 года. Но войска 61-й армии Белова и 2-й танковой армии Богданова отразили удар эсэсовцев. Ответный удар Жукова последовал незамедлительно. Он развернул в Померанию обе танковые армии 1-го Белорусского фронта. Мощные удары рассекли вражескую оборону на части. Вскоре танковые армии Катукова и Богданова вышли к Балтийскому морю. Остатки эсэсовской армии эвакуировались из Восточной Померании на западный берег Одера. После катастрофы в Померании Гитлер отстранил Гиммлера от командования группой армий Висла. Солдат открыл массивный затвор тяжелого орудия, на котором виднелся двуглавый орел. Практически все советские пушки и гаубицы относились к новейшим типам, разработанным незадолго до войны. Исключение составляли самые тяжелые орудия особой мощности, изготовленные на Обуховском заводе еще при царской власти 305-миллиметровые гаубицы образца 1915 года исправно служили Красной Армии до самого конца войны. Нормально! Прям в стену вошел! Нормально! Прям в стену вошел! Ориентир башня! Ориентир башня! Пробей один! Пробей один! Давай! Целью артиллеристов были форты города-крепости Кёнигсберг. В начале апреля на фронте царило затишье, но укрепление требовалось разбить до начала общего штурма. На авиацию надежды не было. Из-за плохой погоды самолеты почти не летали. 305-миллиметровые гаубицы выпускали по одному снаряду за 3 минуты, а для поражения форта требовалось 100-150 выстрелов и несколько дней стрельбы. Большинство фортов Кёнигсберга были еще старше царских орудий. Немцы их построили в конце 19-го столетия. Гаубицы особой мощности били по немецким укреплениям, известных как форт номер 8 и форт номер 10, носивших имена «Король Фридрих I» и «Конец». Они прикрывали дороги, подходящие к Кёнигсбергу, с юга. Каждый из них представлял собой шестиугольник 180 на 360 метров и рассчитывался на гарнизон в 250-300 человек. Эти два форта могли показаться просто холмами, поросшими лесом. Стены крепости для укрепления были засыпаны землей. Лишь постепенно под ударами тяжелых снарядов проступали бетон и кирпичная кладка. Позднее комендант форта номер 10 сообщил, что гарнизон был морально подавлен обстрелом и потерял веру в надежность защиты толстых стен. Вся Восточная Пруссия в 1945 году стала гигантской крепостью. Еще в конце января с выходом советских войск к заливу Фришесхаф немецкая группировка в Восточной Пруссии оказалась изолирована. Сообщение с главными силами вермахта осуществлялось только по морю. Однако попытка сокрушения блокированных войск противника сходу успеха не принесла.
из воспоминаний маршала Василевского. Сталин порекомендовал мне выехать в Восточную Пруссию, подчеркнув, что быстрейшая ликвидация врага Восточной Пруссии позволила бы нам усилить основное берлинское направление. Ознакомившись с обстановкой на месте, Василевский отказался от штурма вражеской цитадели кавалерийским наскоком. Потребовалась почти трехнедельная пауза для подготовки решающего штурма осажденной крепости. Первый удар нанесли по прижатой к морю группе немецких войск к юго-западу от Кёнигсберга и ликвидировали ее к концу марта 1945 года. В апреле пришел час самого Кёнигсберга. Для штурма столицы Восточной Пруссии выделялась группировка советских войск численностью 137 тысяч человек, более 5 тысяч орудий и 500 танков ИСАУ. Город и подступы к нему были тщательно отсняты с воздуха. По оценке советской разведки, гарнизон Кёнигсберга составлял около 60 тысяч человек. Однако, как вскоре выяснилось, силы защитников недооценили. План советского командования предусматривал удар по Кёнигсбергу с юга. Дело в том, что наибольшее внимание германское командование уделяло Северному фронту обороны. Здесь пролегала важная для крепости трасса в порт Пилау, находящаяся на Земландском полуострове. Только по ней немцы получали боеприпасы и горючее. Штурм Кёнигсберга начался 6 апреля 1945 года. Частично разрушенные форты номер 8 и номер 10 не оказали серьезного сопротивления. Однако на подходе к городским кварталам советское наступление замедлилось. Сказывалась недооценка численности гарнизона и отсутствие поддержки с воздуха. Из-за плохой погоды авиация бездействовала. Успех штурма повис на волоске. Немцы могли перебросить с севера на юг свои резервы. Лишь 7 апреля погода улучшилась, и в небе над Кёнигсбергом появились 500 бомбардировщиков дальней авиации. Никакого противодействия немецких истребителей даже не предполагалось. На город обрушились почти 4000 бомб. Главной целью авиаторов были немецкие резервы. Их следовало уничтожить до того, как солдаты и офицеры займут позиции в окопах и превращенных в цитадели зданиях. После бомбардировки в городе царил хаос. Связь штаба гарнизона с войсками нарушилась. К 8 апреля остатки гарнизона оттеснили в центральную и восточную часть Кёнигсберга. Сообщение немецких войск с портом Пилау было прервано. Дальнейшее сопротивление становилось бессмысленным, и 9 апреля гарнизон Кёнигсберга капитулировал. Крепко гады сидели, не выговоришь. Ух ты, где взял? От Ганса в подарок. В сводке советского информбюро 10 апреля прозвучала цифра. 42 тысячи убитых и 92 тысячи пленных из состава Кёнигсбергского гарнизона. Однако это были первые непроверенные данные. Они включали и задержанных жителей города. Современные подсчеты по документам фронта дают цифру в 70 тысяч немецких военнослужащих, захваченных и сдавшихся в плен в Кёнигсберге. Борьба за Восточную Пруссию практически завершилась. Основным инструментом сокрушения противника стала техника, в первую очередь артиллерия. Из воспоминаний маршала Василевского. Замечу попутно, что восточно-прусская операция по расходу боеприпасов вообще не имела себе равных среди всех операций в истории войн. Советские войска в Восточной Пруссии грузились в вагоны для переброски на другое направление. Всего через несколько дней им предстояло штурмовать столицу Германии – Берлин. –